Снегурочка, неверно. Покидаешь зал. В Москве, в Леонтьевском посаде. Виноват. В Москве, в Леонтьевском переулке. В Нижнем... Матрешка, это правильный ответ, да. Русская матрешка. Тема музеи. Внимание, вопрос. Интересный вопрос. В этом германском музее обман начинается с порога. Гостям предлагают попробовать пластиковый торт и волшебное зелье, которое на поверку оказывается обыкновенным чаем. Как называется этот музей? В германском музее обман начинается с порога. Гостям предлагают попробовать пластиковый торт и волшебное зелье, которое на поверку оказывается обыкновенным чаем. Как называется этот музей? Не знаю. Вы отказываетесь, Sorry. Да? Вы не будете рисковать? В зале какая версия? Музей лжи. Правильный ответ. Тема мультипликация. Внимание, вопрос. Подсказки контролируют. Это второй вопрос, да. Имейте в виду. В первой серии этого мультфильма, кроме главных героев, присутствуют бобры, спасатели. Во второй носорог, билетер. Кот. Ну погоди, абсолютно точно, да. Матричная тема ВА. ВА. Вообще-то, это по сути католическая масленица. Праздник, связанный с преодолеванием, с переодеваниями и красочными шествиями. Прошу вас. Карнавал? Карнавал, абсолютно точно. Тема травы. Внимание, вопрос. Травы. Для ее очистки книга здоровья предлагает применять кукурузные рыльца, зверобой продырявленный, спарыш, толокнянку обыкновенную. Для чего для нее? Для ее очистки. Назовите ее. Пусть будет печень. Печень, абсолютно точно. Удар по печени. Удар по печени. Мы меняем тему. Тема Каннский фестиваль, белый, планета Солнечной системы, матричная тема Дар и тема Метель. Каннский фестиваль, внимание, вопрос. В конце какого месяца проводится Каннский фестиваль? Май. Май, абсолютно точно. Зеленый или красный покидает игрок? Красный игровой стол. Тема белый. Внимание, вопрос. Какой цветок является символом Девы Марии? Тема белый. Какой цветок является символом Девы Марии? Ну, казалось бы, раз белая, значит... Вы не будете рисковать. И вы не будете. Ну что ж, ладно. Нет, так вы не можете сказать. Я обращусь к залу, прошу вас. Лилия. Белая лилия, правильный ответ, да. Почему? Я первый поднял руку. Почему не контролирую? Я напоминаю, что если вы сейчас не дадите попытку к ответу, да. Тема планеты Солнечной системы. Внимание, вопрос. Их 8. Какую планету в рассказе Айзека Азимова инопланетяне покупают, чтобы превратить ее в гигантский билборд,
рекламирующий их продукцию пролетающим мимо космонавтам. Ну? Все равно. Подсказка, да? Пусть думают. Не, я их так сейчас подведу, что... О. Синий гроздок. Вот сейчас все, все зависит от вас. Прошу вас, не ошибитесь. Земля. Земля. Вы так считаете? Неверно считаете. Я поздравляю вас с победой, да, правильный ответ — Юпитер. Молодец. Победа. Хорошо, с пострелок.